Да, готово. Блин, так сразу открываются, я не привык, они там с Ну. периодичностью очень должны открываться. Раньше они открывались так, ну, полминуты потерять курить можно было. Там ману подвесить, там кому надо. Так, ключи на пол. Слышь, я скрин скидал, иди. Так, все готово. Так, еда, анонс и бдительность. Все, добавим пул. Пять, четыре, три, два, Я знаю, что один. гимна нету. Ничего страшного, исполин первый даст, если что. Так, зажмусь, наверное, где-нибудь сюда, вот Хорош. уголочек. Крестик. Хорош. Крестик активировался. Крестик играть, только на пул дайте, это самое. Хрипатого откинула. Вижу. Сейчас немножко туда. У меня как бы в уголочек туда зажат, чтобы меня не кидал. Меня постоянно кидают так далеко. Хила, я не лосую вас. Нормально стою. Бейте, охотник. Охотника, видите? Собака бизона. Исполин дай гимна, ладно. Ой, на хп. Прохил приеду, дали? Ну да, прохил. Вот и Тиллер. кто. Кидлер. Что, бейте? У него щит какой-то, это щит пробейте. Помогите. Так они, милики, не кливайте так, потому что сорвется босс. Я не вижу его. Прошлый раз. Листочек, пожалуйста, включите на тур резист и поближе к миризоне, потому что нельзя встает. Сейчас предоставят нормально. Вот это скоро будет мультикаст от комбика. Это молния сбивается, интересно или нет? Прохил проеду, да? Милики, вернитесь на собаку лучше. Все, милики на собак вернулись, быстро. Бичу, блядь, попросил не кливать, бляха, муха, ну. За тебя меня там просрал, на дрища пошел. Красавец, блин. Я забрал. За там все. Все на меня. Драйнер, сам вставай, если можешь. Опять скиллер отыгрывался. Блядь, как мне учить его дамажа сейчас, ну? Намажем по ромбику аккуратно. Напульс на меня, пожалуйста. Блять, вара без мозга вообще. Думаю. Во-первых, я не Они, у кинул, них во-вторых, я клип, уже братан, убежал. ну чё им, типа, что им нажимать? Когда он Блин, сорвался, я я вообще уже попросил не убежал, бить кливом, братан. потому что висит Малгар, и Малгара я не удержу, потому что Я урон, знаю. предлагаю просто миликом стоять у Олма и убивать всех собак, и все, типа, РДшники будут ебать босса, все. Можно так. Стоматолог при закрытии сейчас отойди от босса. Сейчас он тебя переключится. Все, иди, отходи от босса с мотора. Следующую покрыту. Сейчас гудлик, пускай я на гудлика приявлюсь. Забыл. Опять киллер? Ё-моё. Убивайся, Рамбик. Попробуйте убивать его. Миликом бить киллер или не надо? Да, бейте, бейте, бейте миликом тоже. Гудлик, скинь агро. Гудлик, агро скинь. Сматолог, когда будет он, кажется, с мультикасса дойдешь, потому что следующий титул, после закрытия сразу приягивается по второму по титулу почему-то. Шоу прохилился. Милик, идите собаку бейте. Две собаки есть. Миллизона в фулл опять по собаке дали.
Слепоглаз. Слепоглаз опять. Бесит слепоглаз сейчас. Правильно, забирай костыль. Да, Берни его в чеки. Отведу подальше. Сырян, заткни меня. Слепоглаз его топим кастер. Только кастер. Мелики вы сидите на черепе там. Идите, дайте Эйнар. Вот Эйнар, пойди. Куда? Угу. Эйнар снял тотему ману? Эйнар, плюс-минус напиши что-нибудь. Ставил, все хорошо. Пока так терпите. Монопоты припись, не знаю. У Мэри Джейн есть гимн? Сейчас, подожди. Да, давай гиномана. Давай гиномана. Все, поменялся таргет. Крош. Там. Блин, захилился, сука. Слитесь за дебафами. Какая метка сейчас? Крош. Крош, бейте, крош убьем. Смотри, хрипат, у них такая фигня. Короче... Шо, хули там делаешь? Собак бил. Под крошем? Под Олмом. А как у меня там оказалась огненная глыба? Задела его, ну не ладно, не суть. Так, идеально, дай БР по шоу. Прохил Бьорна. Гина ХП есть, Мерджин? Хорошо, по команде делаешь. Трусы забери. Увести как-то обратно в метку надо. Массейва. Давай, Гим ХП. Вы умрете. Поменял старт. Че, дай БР по войду. Олм. Олма, давайте топим. Двух мобов контрол, как я говорил, остальных всех сливаем. Бросы свои, дайте сразу. Сразу мобу отправляйте на череп. Дайнер также сидишь на. Ну, на тусах сбиваешь какие-то. С крипатом. Крипатом набирай, больше ты там не слышишь. Клик на хп обновите, вары. Больше декурсив дайте. Зорки на декурсив сядь. Диспелс, наверное, два стака. Сколько там до касса осталось? Сейчас. Секунд 20. У нас гер, гримоба, дайте. Ребят. Мобу играйте, геру дайте. Потопите ДПС, по-моему, вам. Только физики, не кастеры. Своих петов тоже можете отправить на... Сколько секунд останется? 2 секунды останется? 5 секунд. Даю шлю. Нажимай. Нажимай. Шо. Смотрим. Бах. Ну, вот все. Все, вся тактика исполнена. Сука, осталось сейчас не уровень танков. Гиннеры, заливайте хилам. Крош, убьем кастера. Только кастера бьют. Милики, стойте просто возле Ома. Появляется собака, сливайте собаку. РДД бьют остальных. По хилам на ПКД. Кроша тоже можете сидеть, когда Крош откроет, Киглер откроется, можете сразу слиться. Только смотрите, у нас бусты в КД, то есть прожимки, так что если у нас будет в КД прожимки, лучше будем всех играть с моблов. Имейте в виду. Ну прожимки просто вставляете свои бусты и все. Ну а если он два раза он подряд, и чё? Ну надо бить на всех моблов. Чика и ЧП дайте в Оптикса Инер. Да, мало я ему. Да, у всех КД уже. Хорошо. Я два раза по оптик собрал. Эллер, когда будет гимноман, ой, тотем на ману плюсик поставишь в лейт или напишешь что-нибудь, чтобы твой гим, тотем, ну, гим дать. Там, ну, так когда открасть еще раз, кто открылся? Брохил дали по рейду? Крош. Крош нет. Отлично, слепоглаз открылся. Слепоглаз, кастер будет слепоглаз. Там нет процентов, для 89 слепоглаз, 89. Так, косты сбивать надо. Драник, там давай херач там по костам. Клик на хп обновите, вары. Еще пристабав, может. Пристабав на хп додайте. Лапку тоже бар.
Так, и это самое, питомцев ханты тоже своих убирайте туда, лок тоже своих питомцев убери, потому что, смотрите, босс отхиливается, когда при, ну, при, это самое, нахождение какой-то мелизоны там, кто их бьет физиатака, они отхиливаются, так что держи своего пета, наверное, дом-стоп на черепе. Верно прохил. Да не надо на черепе держать, просто в пассив. Дон тут лишь придержать. Крош. Крош, крош обейте, кастера. Это крест, если что, нет. Драйнер также сбивает косты. Паты помогают, если что. Закинем этот печал с альбом. По кдшке. По сути, царю дайте, по возможности. Бомбами выходим с еда, ребята, не отвлекаемся на бомбы. Гимномана есть у тебя, Исполин? Ой, гимна хп, гимна хп, гимна хп есть? Да, есть. Все, прикасти дальше. Мастер Аурда здесь на огонь. Музикас пошел. Нет, еще не пошел. Бомбы следы выносите, пожалуйста. Все. Все, давайте мастер Аурда и гимна хп. Вы умрете. Салочки. Вижу. Следующая цель открывается. Копнули каст. Слепоглаз, кастер, обейте, тоже. 72%, блин, вообще не заканчивал. Трусы играть, только петов играть. Вот этот зи немножко, наверное, тоже отхиливается от тебя. В этом радиусе, не помню. Разъявы изучаются. Ближайшим противником, да. Вблизи нельзя находиться никому, кроме танка. Еди ману залейте, у кого есть, но в чипе зле, еди ману. Эллер тотем на ману откатился. Хорошо, через 20 секунд. Поставит. Сначала гим дается, исполнит гим на ману дашь, Эллер поставит тотем. Через 10 секунд вижу гим дашь. Давай гим на ману. Таргет. Ага, смотрим. Киглера. Все бьют киглера. Все бьете. Милики тоже. И гимн. Тотем на ману поставил, все, есть, вижу. На пула дайте туда сразу. Может успеем даже залить его. 36%. Драйнер, только это самое, ты сбивай костей, не забывай. Ты, тебя команда не касается, ты единственный у нас, видишь. Диспел? Листочек, пожалуйста, ближе к мини-зоне. Сейчас поменяю, сейчас. Больно бьет мини-зону. Я в контроле. Поменяй писикошка. Писикошка, подойди поближе к мини-зону и листочек включи. Все, поменял, все нормально. Да. Да, есть, вижу. А диспел если можно? Они эти вовсе, они как физики, физически, они не диспелятся. Прохил мини-зону, быстро миликов. Все, милики, идите к этому. Все, идите, бейте, ага. Давайте бесим по нормально. Киглер опять. Киглера добивайте просто, и все, кастеры добьют. Великий, бейте пока собак. Все, минус один, отлично, уже легче будет сейчас. Не откидывать будут. Пойду косты помогаю, позбиваю. Крип этим самым, ту самым. Так, Чика, по идее, дашь Иннер сразу под катом. Ну, можешь убирать листок. Все, листок убирайся полностью. Нормально. Так, осталось на 100, еще 3 моба. Сколько волны хп, кстати? Много. 27 лямов, много. Он один раз только открылся, да? Да. Это стреляние сбейте. 4 секунды открываться будет. Готовимся. Крош. Так, крош. По кастеру сыграли крошу. Так, я, наверное, отойду, потому что я урон буду получать лишний. Это да. Самое. Драйнер.
Трайнер, ты это самое, лучше сбивай карту. Кас, сбивайте кас, ребята, значит такое. ЧП по оптик с бомбой, да, Гинер. С бомбой выходим, не забывайте с бомбочкой выходить. Кто он, собака? Да, она на мне почему-то ушла просто. Выходите с меткой. Дебафа. Никто у нас есть, смотри с меткой. Готовься звать... Так, мы рыжаем гимн на хп, дай. Давай прямо сейчас гимн на хп и ауру на огонь. При убийстве Олмы, когда Олм взорвался, там два моба было в контроле наших, да? Ну зачем ты... Все остальные дал? Мертвые. Хорош. Хорош. Прошу, опять же, продолжается бич. Мне 14 атаков просто уже. Так, ну ты можешь скинуть, там милик любой забирает там. Я зелень не скидываю. Ну почему-то мне прошлый каст просто в зелень дал. Можно СС на войду? У нас Гера скоро. Я дам СС. Гера по дому будет также. Если получится. Так, готовимся, скажем. Так, исполин гимн хп откатился. Мастера, у кого есть на огонь, поменяйте ауру. Флэш. Дадите мастера. Так, смотрите внимательно, будет сейчас немножко потненько. Потому что гимна хп нету. Давай, мастера, похиливаем. Больше похила приеду. Умрете. Все, отлично. Забери. Угу. Следующая цель, кто у нас выпился? Крош опять. Крош опять. Добивайте Крошу. Последний так. Пипец, босс идет, бой идет уже больше 10 минут. Там через 15 минут убивает его. Похуй, сколько надо убить. Бейте собаку Мелизану. Нас освоение, ребят. Видишь, ты танка закрыли, может. Да там ставится через 5 секунд. Гимн на хп есть у кого? Ой, на ману. Давай гимн прямо сейчас. Тотем на ману. В студию. Прохиливайте рейд. Добьете его? Помогает? Да, подлагает. Сука, у тебя опять ебаные ПВП-шеры, блядь. Ёбки нахуй. Сука. Да, разлагал. Да, я там помогаю подхиливать. Ом! Ом. Гера есть. Сука, в Острогорье хуярится, блядь. Ай, блядь, как не заебало нахуй. Это хуйня, блядь. Вам больше. Из дамагера бейте мобов. Все, сыграйте хотя бы. Мелкий бейте. Череп. Геру, да? Череп, слите. Мы можем не пережить. Скажите, когда каст будет идти? Да, да. Слите одного моба. Одного охотника надо убить. Охотника быстро следим. Физики. Больше. Залейте маленький. Да, все, слагают. Да, все, каст пошел. Все, отлично, каст пошел. 5 секунд. 5 секунд. Давай. Я тоже отдал. Все, отлично, пришли. Хорошо, выжили. Идеально, ДБР по гублику. Слепоглаз. Слепоглаз добивайся. Слушай, письмо полагать будет. Аги, конечно. Уже сложись, блядь. Ты хилишь, хилку клацаешь, она уже закастовалась. Они пошли тестить просто прайм тайм. Долбоёбы, блядь. Дебилы, блядь. Нахуй таким занимаюсь. Вчера писал же им диску, блядь, не пиздитесь. Блядь, с них двоих нахуй уже, я не знаю, что сейчас они с ним цаскаются. Значит, двоих просто банили и все, блядь. 10 дней или сколько там дали. Нет, так они сами написали. Они сами написали. Ну, они же писали. Что они писали? Ну, пошли тестить ворк ПВП. Они сейчас вместе с админами тестят.
Типа в БК локах. Да. Фронтам по 6000 или кипять. А, отлично. О, утром нихуя или... Собаки, мужики. Собаки. Не, ну они, они поэтому и тестят в прайм тайм, чтобы понять, что вообще нагрузка какая будет в прайм тайм именно. Кто там? Класс съезжался сейчас. Слепоглаз опять, да? Да, да, да. Чё по мане у вас там по откатам? Оптикс с едой. Когда он застанет собой, по чики дать хинер. Да не фудите, пожалуйста, ребят. А когда у нас останется Олм и еще один какой-то моб, они начнут меняться каждую минуту. У нас не будет Т4, а у меня и Увара на прожимке на каждую. Нужно будет Оптиксу и Еде по очереди отдавать вместе, а потом мне и Бьерну вдвоем. Хрипа, ты упал. Таунти, сбейте кас. Сбейте кас. Сейчас забьем. Не сбивается кас, ты каких кас будешь бить. Крипатова поднять, крипатова потом заберешь. Пробуй мага забрать. Блять, еще лаги эти ебаные. По глаз дали. Ну ёб твою мать нахуй. Из-за лага ты сложил его. Крипаты забери. Пробуй двух мобов. Пиздец, блять. Сейчас держите просто. На главное. Кто сейчас активирует? Крипа глаз дальше. Ты иди еще. Забафайте ДКшку быстрее. Инеры по хилам раскиньте, если есть возможность. ЧП дашь по еде. Спринг гимномана есть? Да, есть. Давай гимноману. А у меня каска пропала. Нет. У меня не... По сути, каску дается. Каску кулак порыть надо обмыть. Ну. Так, то есть, мы сейчас смотри, как будем забивать. Так, кас, готовьтесь кас сбивать. Да, ага. Сейчас кас будет прожить. Нам надо будет сейчас сливать всех мобов сразу, чтобы точно да. Не шотнулось. И нужно будет мне с тобой отдавать одновременно, а потом двум холипалам одновременно сакрим. Олм. Олм. Олм, поехали. Бейте Олму. Кастеры в Олму, в череп больше БПС. Кас, сбивайте хилку на эту самую, если поглаз ранник. Мана залезь и иди по возможности, у кого откатился идеальный. Там, дай по идее лучше. Тем мана нормально. Не забывайте. Просто, блядь. Декурсить, не забывайте декурсить. Это невозможно, блядь. Это пиздец, нахуй. Помогите декурсить. Так, минус один у нас. Баф. Черепочек надо добить. 100 тысяч. Все хорошо, мы не умрем. Каст. Половина каста уже. Скажите, когда 2 секунды останется. Даю. Да, нажимай, даю. Нажимай. ЧП, откатился Бер? Нет, не откатился. Дайте Бер по бафающему. Слепоглаз. Слепоглаза, добивайте его уже. Кастера. Блять, если мы сейчас упадем нахуй за этого хуйни, это пиздец будет. Я стримлю потихонечку все это дело. А я сейчас стримлю, кстати, тоже. По ютубу. Так, может не убивать этих двух, чтобы больше шансов было. Пускай висят. А, может, да, может, да. Не, ну слепоглаза давай уже убьем. Потому чтобы уже между ими было. Ой, блять, это пизда нахуй. Нет, там просто собака. Может убивает, реально слупа типа убивает. Ждать, чтобы КДшки у вас откатились под лока. Угу. Не, слепоглаз надо по-любому надо убить. У меня откатилось, почти минута осталось. У меня тоже минута. 40 секунд даже. Если сейчас будет он. Блин, у Хрипатова же еще Т4 есть, точно. Он только что его отдал. Я вообще не понимаю, что происходит. Собак просто сольем, и мы не сдохнем. Крашен, да, да. Надо собак. Хорошо, у нас будет Т4. У меня и у Вары. Потом просто придется всех собак убивать. Да. Давай тогда, когда будем всех собак убивать, по очереди будем прожимки давать. Сначала я, потом ты. Не-не, я думаю, что вдвоем. Ну ладно, посмотрим. У нас есть два паладина и два... три Т4.
Два ДКшки, один вар. Плюс у всех есть собственные прожимки с минутой, когда... Убили Крошу там? Нет! 5%, сука, его хилит нахуй просто, блядь, невозможно. Пизда, блядь, от лагала бомба появилась, заебись-то. Дайте мастера, ой, гим на хп, дайте, быстрее. Быстрее. Похил мне зону. Надо Крошу убить, потому что, блядь, его ешут больно. 5%. Олм сейчас отлагает. Олм. В охотниках. Охотника бьем. Охотника заливайте. Не контрольте их. Кинь метку на ОХП, что ты делаешь. Я ничего сам тут не вижу. Я понял. Вот, лагивает вроде бы нормально. Это... Чуть-чуть подлагивает. О, прям кинь, прекрати, пишу. По охотникам сыграли быстрее. Меньше там ауешки делайте магические, он, они отхиливаются. Товарищ, Владимир там, будь аккуратно. Фигуры нахрен. Сколько каст до касту? Каст пошел. Скажите, когда полный. Давай, секунд. Нажимай. Нажал. О, блядь, еле выжили. Ебало, блядь. Еще раз. Всех охотников заливаем. ВХП 204 дать у тебя? Да, должно быть. Дашь по команде хрипаты. Охотника заливайте, только, блин, только физики. Больше охотников даем. Учили поставил, боже. Все, вроде отлагал. Лично, если охотникам. Массакру дадите по команде тоже. Две массакры лично, если вы прожимаем. Готовьте пауэр. Каст пошел? Нет, еще. Все, пошел раз. Добивайте быстрее, если отлагало. Да, отлагало. Массакры дали. Сейвы отдали. Четыре. Вы умрете. Слышим, нормально. Ох, хорошо, хорошо. Следующий, следующий. Добивайте трусы эти уже. Рыбак, дайте. Хи, хи, хи. Гимноману ставим. Кое есть, гимноману дайте. Рыбак, дал гим. Все, отлично. Тену ману поставили. Ох, лагало, блядь. 4 минуты сопрот. Дайте. Так, Тон, давай сейчас будем по очереди с тобой прожимки давать. Сапроты выпейте. Сапроты перепили всем. Медик, идите собаку пить. Да, сейчас Крош, по идее, должен. Да. Или он. Если он, то хорошо. Да, если он, то хорошо, мы снесем еще. У нас Гера откатилась, да? Да, отлично, да. Под Гера снесем. Ты уже третий Гера, что ли? Да. Каску поварам дайте, каску поварам дайте. Смарт кидаем-ка. Дайте каску поварам, рыбав не тирать, пока не больно. Отлично. Так, Дон, вместе даем? Да, надо вместе, давай вместе на всякий случай. Сейчас под Герой должны хорошо снести его. Ой, я тут на нормально помог. Метки дискалим. Пусть. Сколько Олма там процентов? 33. Олма 30. Собаку. Черепочек поставил. Сколько там собак живых? Две. Сейчас умрут. Все, одна осталась. Все, можно, в принципе, ты свой сайт только сдавай, я свой нас потом оставлю. Зайдите собаку и босса давайте. Ну, заклипаем. Все, готов. Мелики, зайдите в купол. Конец каста, жмите. Давай. 4. Отлично. Собак нет. Все. Вообще. Все, супер. У меня еще что-то. Опять назад волна. Переключились волну.
6 лямов, давайте его убьем. По собакам тоже играйте. 6 лямов, его убьете? Да, да, давайте, 6 лямов. Пробуем. А, Санж твое, и Хрипатова Т4 нужно будет. Угу. Череп нужно будет слить. Давайте, сестерик, больше, больше, больше по черепу даем. Самый опасный моб будет. 10%. 8. 7. 6. 5. 4. А, вы Ома убиваете. Нас Ома не взорвется, не убьет нас? Нет. Все, все хорошо. Ну мало ли, все. Блин, если сейчас вайпнется, это вообще страшно. Все, сейчас крош остался. Тебя докурсните. Да, все на райд. Давайте прошу. Только мелики не суть с ним. Повъедаю. А как помогает? Блять, с подлогами убили босса, блять, охуеть. Войд, залей тоже дядя маны. Надо просить компенсацию. Гвардия печенья. У меня что-то три самое. Слышишь, рехопаты. Дом, ритм мне, пожалуйста, печенье. Все, бьем короля. Все там. Бьем, да? А нет, милишеньки не да. Бить. Милишеньки нет. Милишеньки это шли там в дебаф. И слышу, сейчас урон. Том 2 там сыграли, меня забавился. Ага. Тут нет, разобрался. Да опять лагает. Да. Да, блядь, сейчас попробуем так добить. Какие у него способности, напомните, я не помню. У него способности от всех этих мобов. Ну, кроме финалок. Сейчас он престопские юзает. Мобов чек, звать будет? Не, да, будет вызывать. Должен. А, нет, он должен вызвать мобов. Да, будет, но он не будет их взрывать. А, хорошо. Пипец, бля, полчаса нахуй били его, блин. В шоке, блин. Так, не, чтоб не лаги бы, может быть, еще сократилось бы бой. Это обилка дворокова не было. Можете бить, бить велики бьем. Или зону бьем. Просто заберем на себя охотников. Любой танк. Сейчас будет опять дебаф. Угу. Сейчас заберу, блядь. Пока, блядь, прожму стаунт. Чужие. Что угодно. А, Локи, сбейте по свой контрол, кстати. Бейте босса. Я три кнопки бы успевал нажимать, если бы не лаги. За время нажатия одной. Там, смотри, у него бирса есть. Она настакивается. Дайте, может, сорву? Да, до 50 раз суммируется. 60% урона у него. Опять обилки ворока. А что мы если забьешь на него? Че твое время еще придет, блядь? Вот, интервейды. Интервейды давать будешь. Че такое интервейд? Интервейд? Вмешательство. А нет, подожди. Да, это вмешательство. Да, правильно, правильно. Но к союзнику. Нет, это как Чарн с Ильича со склонением. Да, бич? А, ну да, бич, по-моему, клетит. Чарш нахуй, блядь, в босса прям, в кучу, блядь, в кучу прям. Потом крик Бьорна, блядь. Долбоёб! Вилки этого Киглера. Есть и нарывка. Спасибо. А что с боссом происходит? Умирает. Ничего, просто весь. Он умирает. Он рандомно получает себе обилки от всех этих убитых. Сейчас нет, нет, он просто всех в рейде в таргет брал. По очереди. А он навешивает эти самые овцы. Вот, и я увешку даю эту большую, как сейчас. В этих таргет.
Короче, смотри, вот видишь способность Лока, он берет, питомца вызывает. Способность Писта он вешает там Ешечку. Что там еще способность от Киглера, вот видишь, воечку кидают, несколько таргетов. Ну все, вроде бы, а Кроша, я не знаю, а бомбочки периодически, кстати, появляются, да, еще, по-моему. Ну и кастует глыбу в танке вроде. Обилка Приста, Мелизон отойти. Зашли милики, он отхилился. Петов тоже убили, убрали за собой Пета. Ваки, уберите Пета своих. Вас отхиливается. Я сейчас затащу, сейчас затану себе. Ребята, забери второго. Ты тоже отойди. Отойди. Дай мне 3-4. Баф еще и отпусти питомца своего. ЧП, ты, наверное, не бей моба. Перекрывай баф дамагом. Я заберу. Хочешь капельку? Под баблом дайте. А зачем тебе капелька? Больно бьет он. Давайте под баблом. Можете идти бить Мелизона. Обилки этого мага Кроша. Да, уже убили. Бах! ГЦ, пацаны, ГЦ. О, дробяха! О, дробяха! Вэпон. Это варом. Вэпон. А Коптикс, ну тебе вэпон не нужен, значит я его забираю. Я не нужен. Чё слышал? Плащик норм? Ой, пояс. Ну, пояс хороший. Бля, ну если ты в Коража не пойдешь туда. Когда я пойду, блядь? Знаешь, давайте будет перекур. Будет ходить он ЛКшный фаст. Пошли трэш почистим, потом перекур сделаем. Так, давай пробежим просто, да, и все, начнем чистить. Да, пробежим. Нет, нет. А, ну, чистим. Ну, давай, ну, раз будем байпать. Так, Опсис 32 пока максимальная ставка. Да, да, Опсис забирает его. Нет, тут больше ничего не надо. 494. Пояс, Холи Прист и Ардушка. Идеально надо? Эрканмаг. А, Эрканмаг еще точно. Я вот думаю, а нужно мне эту дробежку брать? Я сейчас про вас Аркана забывает. Помню, что она традиционно не актуальная. Что за ГЦ? Че, дробежку дом заберу, ходи. Да, дробежка танковская. А Саш, почему не ШПшка? Смысле, ну, хотя да, Дон, по приору. ШПшки... А, блядь, что... Подожди, ну, Хас, Спирит, по идее, Хас тоже. А чё мне на показы красные, я не могу передавать, типа, по Дону? У меня 4800. А, потому что у неё, это, да, 5К нет. А у Сузы, видишь, что? Угу. Надо кому это? Да и я ШП бы, наверное, не брал бы с духом. Видишь, что они пишут, что-то раз... Что они пишут? Пишите, человек, блядь, организуйте стычку, раз... Че, по 30 на 30 только, блядь. Ну, можно спросить про этот, про каст Олма, почему не работает резист, чего вы взяли? Ну, потому что был анонс в Дискорде, что резист не работает на ласт каст Олма. Его обилка теперь игнорит. Это ЧП, эти люди не читают вообще нихера, они прайсы. Ну похуй. Все же пацаны все знают, так никому не надо. У нас тут и новости Сируса есть, все это есть, и просто люди не хотят читать. Дробяшка. Танк. Танки. Что танки, ретрики? Ретрики, тоже ничего такие. А пофиг, Данфолика нормально. Дом все равно по приору. Да, у нас Дон. Дом ГЦ. ГЦ. Сколько там по ГП дается? 980. Косарь почти. 989. Сейчас внизу. С какого трая закрыли? Еще под лагами. Это третий или четвертый трай был? Третий. Пиздец, блядь. Надо было пацаны фокати делать. Можно при всех бы закрыли. Нех был сейчас ночью. Там вайпало. Там вайпало. Каст просто всех вайпало.
Так, бейте под присту первую цель. Ну, а как его убили вообще? А, через БР, СС, блоки, паладинов. Да, много паладинов, много магов, много друидов, много оков. Ну там вы типа. Как его? Стенки говорил, даже 230-е ходили, что-то. Да, да, да. Они типа брали любого, ну, типа, неважно на шмот, лишь бы правильный класс был. Лаги пошли. Да. Да. Детский лаг. Я клад свою флешку, у меня ГКД кругом идет, а потом флешка мгновенная прям. Е-е-е, пацаны, блять. World PvP, оживи. World PvP, оживи. World PvP, умри и исчезни навсегда. Короче, можно поводить. По сути, блядь, это самое, ну, их вины тоже нет. Блядь. На админов, можно сказать. Ну, ну да, первые сервера. ВП сервер, блядь, все. Пацаны хотят, что хотят делают. Бирн, ну, нужно отойти, короче, срочно. Привяжись с кем-нибудь. Ну окей, давай они будут в руку ПВП-шить круглосуточные, пускай все уйдут, кроме них, с сервера. А чё, в ПВП-сервер? Ну ок. А, в ПВП-сервер. Это не их не вина, я ещё раз говорю. У них, блядь, свой стиль игры, у нас свой. Ну, уйдут люди, блядь, админы почухают ну, затылки свои, подумают, что это не так, надо что делать. Потратят часть этого денег с доната на новый сервер, на оптимизацию, может, этого. Потому что раньше, помню, когда еще замесы такие же были в таких масштабах, таких лагов не было. Вспомните, блядь, CX2, когда мы были, играли шоу. Ты же был, когда на ВПВП мы устраивали класс-клима? Ну, Саш, там... тогда на клиенте было меньше всего. Там ренегатов не было. Они его да, да. Тут ренегаты, тут локации, эти катаклизмы. Ну... Очень много чего на клиенте на этом ну, висит, да, там, типа, ну... Да. Сейчас я согласен. Ну видишь, оптимизация это хорошо, но с одной стороны она и плохо получилась. И чтобы сделать оптимизацию, им надо просто заново переписать все. Что да, там куча работы. Я не знаю тебе, я не шарю эту оптимизацию. Ну бить босса, блять, конечно, под лагами, это было жестко. Ну, а ты представь, если бы был не этот босс, а был бы Анук. Ну, Анук... 50 на 50, как бы, сгорели. А ну бы мы ты такой бы, да, с такими лагами бы не убили. Нет. Конечно. Так, что там по тактике на Груя? Там ладошки закрывать... Ну, а там где печки, блядь. Ладошки, танка... печки. Ну вот, люди, там получается, как вот, мне интересно, сколько танков надо под лицо ставить босса. Ну, под лицо надо два танка, и нужно несколько тел с шмотом на жир. Ну, это будет, я не знаю, флеш танка и шмот будет. Флеш будет запирать, закрывать, и стоматолог еще помогает. Я вас не знаю, где что ставить босс. У флеша танк есть или нету? Есть, есть у него танк. Да там много хп не надо, я думаю, там 1040 хватит. Ну, нет, что нету. А, ну тогда значит оптикс спектр ну, танк, а флеш. Да, оптикс. Угу. Да. А Мэри Джейн хорошо дамажит? Ну так, я ж взял специально её. Объясни, пропадал вообще, блядь, не пришёл, наверное. Не, он пришёл. Он пришёл, пришёл. Он пришёл, когда он пришёл? 20 минут, когда мы уже пуляем. Почему у меня забагался Тейлс, блядь? А есть такой рекламный сбус? Дикурс, наконец-то. 190 ты дикурсил. Ну видите, сейчас дикурс не сильно пробивает, как раньше. Ну натикает чаще, но... 4К. Там, получается, надо дикурсить теми цели, у которых много стаков. Угу, спасибо. Так если ты дикурс не будешь, будет стаки.
Не, ну я в приоре там два человека достаточно, а потом перевешивается два. Да, недостаточно, ты человека четыре. Втроем дикурс? Типа, я уже видел, если не справляются, то помогал. Мы на X2 три человека дикурсили весь рейд. Нормально было. Лаги, да, я согласен, за счет лагов это... Не, ну там и был все по-другому же. Тут посчитай, вот сколько людей дикурсили. Я говорю, под лагами тяжело дискурсить 3 человека, конечно. Ну, без лагов тогда. 3 человека достаточно. Все это диско превращается как в... Как только... Как сейчас обновляются стаки? Часов времени? Секунд 10? Как-то секунд... два раза быстро как, а потом бывает... Очень быстро. Ты только успеваешь здесь дикурсить, да. Типа, и сразу появляется новое. А потом но. 10 секунд нету стак. 5 секунд дается, чтобы продикурсили 5 человек. Один человек. У нас 3 дикурсил, то есть за 5 секунд это... Продикурсишь 15, ну, надо да. Плюс еще 5 секунд, это уже 1000 человек. Соответственно, вот поэтому вот и садятся 2 человека, 2 дикурсила. А баф я знаю, что нет, баф 60 секунд везет, я знаю, да, что сейчас. Прикол в том, что хилам, который дикурсит, им же это еще и хилить надо. Вот, поэтому назначается, вот я войда поставил. Ну, я сначала подумал 2 человека, ну, надо 3 человека ставить. Как минимум на дикурс. Шкаф поставьте, Локи. Шкаф Локи ставим. Чики-бум, лес. Лагает, да, пиздец. Опять свой, блядь. Бэпан тусовки организовал. Купи наушники себе, парш. Так. Чек. Что, получается мы фулл контент? Нет, не фулл, мы еще карту не взяли. Нет, еще жгру у меня убито. Ну, дальше сейчас убьем его. Не, говорили, что короли сложнее самого грува. Там ловушки главное закрывать. Перед боссом поставите этого джиг. Так мы бы с первого трая убили, если бы не Гудлик, блядь, да, Гудлик? Ворвался, блядь. Это пипец, такие рак, блядь. Я не думал, там опытный игрок, а хуй там, блядь. Рачок, там блядь. Это, как его, на пето вешается бомба, может быть, это на пето вешалось, а он в рейде стоял. Да? Ну, на бес. Может, просто вешал. Комар в глаз попал, блядь. Можно. Но не факт. Так, давайте, ребята, стак... А, они же все равно чажутся, уже когда стак. Может, ГГ с ней прилетел, руку ему сломал. А может, заберете мобов? Да, да, я, блядь, отлагаю и заберем. Это невозможно. Пиздец. Серьезно, из этих... На мне моб, на мне моб. 15 секунд назад, блядь. Пошли на X2 играть, пизду это X4. Вообще пошли на циркуль, блядь. Там, блядь, лагов нету, на форум ПВП есть. Там не бошится. Пошли на циркуль, блядь. Ты вообще на вармен, кстати, там 9000 майны. А лучше на лофу, да, как выйдет в лофу, пойдем. Да, мне вот интересно, этим долбоебам самим интересно меситься с такими фрезами по 5 секунд? Да, им интересно. Мне там еще вкусно. В героев третьих играют, блядь. Это ну да, пошаговая, блядь, все логическая. Головолом. Специально так делают, чтобы сервер лагал. Я бы так делал. Им это циркуль проплачивает, блядь. Да, да, да. Шудово, блядь. Аптека, кстати, циркуль, я знаю. Работа тут или чисто. Блядь, даю чарж, ой, умираю, ну охуенно. Честно говоря, их просто не в топ. Побанят эти 500 человек, типа, никак не повлияют на экономику сервера. Конечно. Они больше потеряют тех, кто типа сейчас не играет и не будет играть в дальнейшем. Так, где там тема на форуме сейчас? Там их каждого, их всех забанить на недельку, блядь, и все, больше такого не будет. Нет, ну для начала... На X2, была на X2 такая тема, что они тоже там, они бан получили, там, в ПВПшники. Но они, конечно, ушли. Отлагал, да. Отлагал. Я нихуя не отлагал. Для начала на часик накинуть, им сказали разойтись, не разошлись, накинули на часик. Не поняли, типа, накинули на 3, еще не поняли, на неделю и все. Типа. То, что там Гэм что-то бегал, убивал, это такая глупость, нелепость. Так, где что за тему? Алло, 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 парни, а вы в гире? Да. Ты
ты где был, Абула? Это не Абула был. Не Абула? Что, кто-то был Дайси, что ли? Угу. Ты, блядь, аккаунт вернулся? Не, возможно, скоро. Ох, Дайси, блядь. Так, не палитесь, я сейчас стримлю уж. Сейчас, блядь, это самое. Сейчас дядя админы залетят, забанят всех. Ваши черные делишки. Ну что там? Еее! Вау! А что там? Что там, блядь? Там таунт нажимается 3 секунды у меня. А вы заходить по 10 секунд не хочешь? Шапка терпения, видели? Блядь, интересно, пацаны, давайте таких раз будем. Это же, блядь, пипец достижение, блядь. В ПВЕ так закрывать боссов, блядь. Ты же представляешь, как тяжело это, блядь. А, почувствуй себя тем самым человеком из 2004-го. Ага. Хотели как на офи, получайте. Сколько мы били босса? 30 минут почти, блядь. 36 минут. Это получается, да, триггеры было. Каски, кулаки пришлось. Не, никому, не, никому не поверили, никто не поверит, что мы под лагами убили твоего босса, блядь. Так что, у тебя запись стрима есть? Ну вот, я выложил. На форуме РТ под лагами, волком. И 4. А можно пока на 5 минут отойти? Нужно, нужно. Конечно. Можете пока покурить. Так, и заходите, Винс, начинайте вот это все. Чат взрывается. Дедбич, никого не спамим уже в гильдии, у нас еще тут пополнение скоро будет большое. Все, набор закрыт в гильдии. Интересно, я выживу или нет? Я не выживу. Меня не хилили. Хилы, вы чё, блядь, лакаете? Чтоб, ну, чтоб умирать, нужно, нужно не вставать просто и всё. Ой, жесть, просто жесть, блядь. Давайте просто покурим, выйдем из ста. А всё, они так бегут, не своясь. Блин, ну сколько их били много. По-моему, что-то быть. С такими лагами я только завтра пойму, что... Ну, а есть у кого Джимс? А нет, ещё один сидит. Олег, у тебя микрофон шипит, заебал. Да, есть. Вот, Саш, Саш. У меня меньше выше приор, чем у тебя. У тебя выше приор, чем у меня? Вроде поставил слева схода. Будешь холод утонул, тебе больше приора? О, да. Дон, давай поменяемся, давай это самое, я поставлю тебя танчить мобов, а я это самое. Просто я косарь утонул, у меня все равно КП меньше, чем у тебя. У меня же все равно надолго ГП тогда за... Ну да, за... Залив. Кто лив? Я не помню. Не, я уже не ливал, я уже сбросил, аж больше нормально все было. Че стало? Можете заходить. Наверное, мы босса убили. Блять. ДЦ? Спасибо. Спасибо. Че упало? Печенька упала. Шеем. Шеем упал. На хантах. На хантах. Да. Не, шея там не падает, шея там с остова нормально. Упал лук, короче. Упала дробяшка нормально на ханта. Прям так, дробяшка на ханта уже неплохо. И жезл, и жезл, да? Жезл на ханта. Да. Будешь дробяшками кидаться там. 427 арпа, да, типа? Жезл, критар. Да, да, да. А вас тоже на форум не пускают, чуваки? Чё, меня пускают, если на форуме... Мне написано, достигнут лимит запросов. Подождите одну минуту. Ошибка. Хорошо, я знаю. Потому что все спамят, заебали ПВБшники, блядь. Ну да, да, походу весь сервак сейчас решил зайти, блядь, на форум. Пожалуй. Ну это же пиздец какой-то, ну, блядь, серьезно. Это не пиздец, да, это вообще кринж, блядь. Ну, вообще нормально, что нибудь песню, что ты за гнуй. Я так полагаю, вот это вот выпало, да, типа с босса, наверное? Да. Да, 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 вот это вот. И шеем выпал. Дробящая, голова, пояс и печенька. Есть щит у кого? Ой, щит, бля, щит бунта. Джипс. Щит бунта. На входе в данж поставился, говорю. А, я не видел. Лагает слева от входа, смотри. Лагает просто. Так, там уже какая-то шапка терпения, блядь. А?
А ну хрен, скоро пойдем с пацанами, он, блядь, на это самое, на X, не знаю, куда-нибудь, на другой сервак. Да на Вармен, я говорю, на Вармен свою гильду русскую создать и хуярить-то. Да, можно. Охуенная затея, блядь. Ну все тогда, чё... Не, ну хочешь тут играть в зорки, я же не запрещаю, будешь лагать так вот, блядь. Да, дайте левитацию. Сидеть на РТ, блядь, ждать, пока там на ПВПшится, пацаны, там будешь... А короче, ну, я больше ничего не пропустил, получается, да? Лучше целка сидеть еще 15 лет, блядь. Подожди, я можно ходить. Я пропустил, я правильно понял? Там Ульдуар есть, зорки. Ну да, да, на вот один. Ульдуар там, РС-очка есть там тоже, интересно. Фулл контент. Там вообще кузня яма, залы есть, можно ходить. Можно еще в ЛК гир ходить. О, контент. В 270-м гире. А что, и кабанечка убить? Вы забываете про них? А пошли посмотрим, где они там дерутся. Где вот. Где-то, они где-то рядом. На Строголе, кстати, они дерутся. А, уже Крухоли они уже. Пошли, может, отпиздим их? Да, и зависнем нахуй точно туда, блядь. Блин, клин, мы вышибать будем. Ну-ка, собирай пиздобратья, полетели. Ага, ага. Командиром. Что там отлагало немножко, нет? Ага, блядь. Да, разрабы тоже, конечно, гении, блядь. Они вводят новый контент, который Грул Магик, который дислоцируется в запределье, и говорят ПВПшникам идти пиздиться в запределье. Да там уж нагрузка все равно идет. Они даже в Азероте будут длиться, все равно даже нагрузка идет и на. Просто я так понимаю, на БК контенте, то есть на БК локациях там находится всего меньше игроков. Поэтому они посоветуют туда идти. Не точно. Пишут нашего свидетеля вчера. Гугуша пидор, я сал на твоего основного пидор. ГГСНИП такой же пидор, и не гад, я тебя обоссал пидор. На читах играет типа. Жесть. Просто набор слов. На форум киньте и все, блядь. Ну, сейчас, смотрите, сейчас есть снипы, сейчас читаки еще забанят. Так за что его забанят? А что он сделал? Читак, он пишет читак. Не надо, у нас и ДЦ тогда не будет в каре. Да, ну, мимо его выкупится, да. Если он, да, ну ты мимо сейчас выкупится, сейчас денег поедет в Чехию, заработает денежку, разбанится. А когда, блядь, к следующему, блядь, как спять Каражан и Гер, блядь? Ага. У нас вон девочка есть, вот Мэри Джейн тоже вот возле ДСЕшь. Вот. Кто у нас сейчас. А это она девочка? Нет, это мальчик. А, ну все, да. Сиди спокойно. Потом Мира вот пришла, сейчас тоже в ДС одевает нормально. То есть на ДС хватать будет, не переживай. Исполнение пока временно на ДС, потом его ШП спит. Блядь, как поиграть, охота, ебаный свет. Ты играй, на гитаре. Тема прикольная. О, слушай, спой Башенки. Песенку. Нет. Какую песенку, блядь? Ну, песенку про БЦ самое. Как ты стакаешь раскол, блядь. Да, как ты стакаешь раскол и про Булла, как он рёв в него врезается. Да, я забыл уже, блядь. Ты забыл, я как, блядь, куда запиши, блядь, обморок, блядь. Дайте, пожалуйста, левитацию. Я хочу побузить эти локации. А, подожди, мы до трэша не дошли, получается? Ой, до босса даже не дошли? Да, мы тут сидим, это самое, кайфуем тут. Ебать, я думал, там, бля, уже пол ебал, и мы все сли там, типа, тактику изучаете во все. Ну, конечно. Эту гребаную елку вы... У тебя лагаешь. А, я лагаю? Да, мы уже, блядь, ну, какой-то. Правильно. А, все, понял. Может мне... Кто у нас? Мэри Джейн, давай мы с тобой начнем дружить, ты им дашь мне левитацию. Я вот прыгаю на камнях, такой красный, красивый, прям вообще чумачечий. Хорошо, Исполин, типа, по старой... А все есть, вижу, спасибо. Сейчас что-то будет. Я вижу лагающего нигера. Блядь. Полез куда-то на потолок. Че ты на полез, придурок, слезь? Тебе скипнуть хочешь? Не-не-не, ничего, я хочу... Я их разъеду. Это мое, будем, это да. Все мое. Смотри, там админы смотрят тоже сейчас. Я сейчас уже... просто хуярю. Пускай смотрит. 5 человек уже смотрит мой стрим. Некто Невер под названием Белый Нигер.
Некто Шова по названием шутить пытаюсь, но нихуя не получается. А, короче, смотри, что они делают. Значит, в Кулаке 200 человек там манекет херачат. Я сейчас всем буду дурить. Викинг пишет. И пизды дал 8-7. Банкет херачат? Ну, я так понимаю, не обрабатывают, они сейчас как-то, может... А что они системным сообщением написали? Что, типа, по 30 человек можно, да? Ну, видимо, получилось так, что они запретили... Еще раз, дайте. Слышишь? Видимо, им стакаться запретили толпой, и они решили, так сказать, протест выразить и всей толпой ебануть Клоаку. Спасибо. А в Клоаке пиздец. Вообще просто цирк уродов. Нет, они ж... Каждому уроду бан надо выписать. Боже, боже, блядь. Да, блядь. А, нет, ты, блин, честно, когда вот даже мы 40 на 40 дрались там с какой-то ППГИЗИ, у нас не лагало серьезно, нормально все работало. То есть, ну, никто не жаловался. Лагов не было вообще. Да и 40 на 40 даже интереснее махаться. Я бы вообще вместо админов создал бы, типа, как Рик БГ, да, вот, типа, вот... Типа, есть какая-то локация какая-нибудь, там вообще населенности нету. Типа, есть грешки, уже да? Такая локация, Толгород. Пускай идут и попасться там хоть вечно. Так, блин, я не знаю, что на Толгороде там. Там не очень удобно. Пока вот просто вот как вот, да, вот Регнус БГ, допустим, то же самое Альтарак, вот, либо ОЗ, остров завывания, вот гильдии все просто туда захуярятся. И поверьте мне, интерес будет у многих игроков, не только у них. У меня даже у нас даже будет интерес. Проявится даже. Сходи там, бельдует 40 человек, БГшечку регнут там. Ну, становище будет кайф. Ну, и гильдия на гильдию хуяна, это нормально. Ну, так а да, в чем плохого? Это охуенно будет. Я бы сам даже РТ бы на это ставил бы еще. Еще. Вроде разлагало, давайте попробуем трэш купить. Да, уже поменьше лагает. Не, нормально, еще давайте попробуем. Дайте сумон, пожалуйста, я просто пизды им дался. Обещал. Вот я помню, когда на циркуле играли, там, ну, рейдом регалось, то есть, там, даже забивались, там, на БГ, там, 40 на 40, типа, что. Да, он так прохил. Он так хил, сейчас он тебя немножко... Я помню, на циркуле, если начинались какие-то лаги на сервере, это означало, что сразу это, будет скоро рестарт. Ну и вообще, единственный раз, когда там у сервера проблемы были, колоссальная с пингом. Это когда он приезжал. Станьте ближе к мелизоне. Вы не будете... ближе. Пошел, поставьте все, чтобы учажи не ловили. Все. Все. На нахуй чаш. Раз. Суза, блядь. Все непонятно, нахуй. В мелизоне стоял. Дрищ. Ну, кстати, да, суза к мелизоне торчит. Да. Мафу еще сами под мелизоном. Мафу еще мелизону ставим. Ну, хотя, может, не чаршу бил, Суса где? Рывок, ну да, странно. Крипатов убил и громил, вот он его сюда. Ну, вообще не... Даже не чаржится. А, видимо, забанили кого-то. Блять, почему они агро перекидывают так сразу? Сука, дал чарж. Ну, когда они чарж делают, у них агро скидывается в лаг, поэтому... Они без чаржа просто периодически его отправляют. Что, там куда-то забанили? Баны полетели. Да, там банят просто дурачков из них. Правильно делают, потому что, блядь, ну... Ну а конечно, додумали. Нет, с одной стороны, неправильно, блядь. С одной стороны... Ну, они специально. Это косяк для админа сервиса. Да, это косяк админа. Создали бы отдельный сервак World PvP, нахуй, один PvE, блядь. Создали, блядь, блин, ну если забанят, если они даже уйдут с сервера, то всем только легче станет, на самом деле. Сколько их там World PvP шеров, блядь? Не, с той стороны, понимаешь, они говорят, идите на X2. На X2, да, я, ну, честно, я, может, играл бы на X2, но, блядь, там эти ёбаные категории, блядь. Там категории, там контент уже какой, алё. Нет, там догнать можно, просто часа поиграть по PvP, по PvE, что-то можно. Всё. Только, ну, вот категории, блядь, это... Ну, блин, серьезно. Я не хочу фармить категории еще 3 года. О, я, кстати, охоту закрою, сейчас с игла убью, мне там... Нахуй эти категории нужны, блядь. В смысле? Там, блядь, в топу в гильдию попасть, надо, блядь, это первая категория или вторая, блядь, просто не будет сестить. Доступы к рейдам, это тоже категории. Пусть да, то же самое. Блядь, всеми категориями, блядь. В белую стаю попади, там, блядь, надо вторая категория, допустим, в белую стаю, чтобы идти. Да хули там вторая категория, это же копеечки, блядь, сейчас.
200 с хером сумков, не знаю. А, я там рейд зашел, там вторая категория, у двух человек 23, оставшиеся одна первая категория. Там просто меньше, ну, типа, и... ты даже, бля, в рейд не попадешь, поэтому что тебя брать там? Это как у нас брать здесь Т4, говорю. Это заново одевать, ждать, что. И у них типа такое. Пущите музыку какую-нибудь, чё, тихо. Я сейчас выпущу. Бэм-бэм. Ну вот интересно, на X2 типа был такой момент, что челы вайпали сервер каким-то эксплойтом, им баны выдали, а сейчас в чем разница? Они тоже просто наносят вред, причем специально. Проблема-то не в них, а проблема в движке Сирус, нет, типа, им донаты предложили... есть, а они нихуя не делают. Они предложили 30 на 30, пожалуйста. Нормально. Ну, им хайпы масштабнее, в чем проблема. То же самое Ола, бля, сколько там, 2, ну, 160 человек на том. Ола, бля, это не лагает. Вот, он вред-то не наносит серверу. Админы сразу сказали, что вы приносите вред серверу. Вы предоставляете другим участникам игры, которые, блин, процентов 70 больше игроков. Дискомфорт. Вот. Тебе комфортно было сейчас это дамажить? Вообще сейчас у всех гильдиях сейчас вот в это время, особенно выходной день. Ну, не факт, что во всех мы за всех отвечать не можем. Ну, нет, я понимаю, о чем ты говоришь, но просто, ну, как бы, не совсем беда, то есть, ну, люди тоже играть хотят, это у них. Ну, я понимаю. Каждый дрочит, как он хочет, в любом случае. Это понятно, но в ситуации-то проблема, то админы ничего не решат и не могут. Поэтому они переключились на бан, потому что если будет такая хреня каждый раз, уйдут ПВЕшники. А ПВЕшники, они, ну, тут больше. Да, не только ПВЕшники, любой человек. Я, допустим, зайду, я не ПВЕшник, допустим, я зайду вечером порегать арену, блядь, и буду 3 часа. Да, аренщик. Ну, типа, забей, это не... Это любой игрок, кроме этих челов. Любой пласт игроков. Да ладно, мы ПВЕшники будем хавать до конца. Пещерник. И будет как новый X10, где онлайн 20 человек. Оставь, пожалуйста, шкаф, сумейте, Роксрайдер. Ставлю шкаф. Все, поехали. Будьте добры, да. Так любезны. Кого, Роксрайтер, блядь? Да, а, еще пожалуйста. Оптикса. Ладно, и Оптикса. Поставлю. И Оптикса. Ради Роксрайтера не ставил, что вы, блядь. Гнидой. Ну, так, короче, давай. Убили флот. Дон, забери это самое, череп, я заберу крест. Ты, хрипатый, забери этого ранила. Сразу там нажимай после того, как он чажется. Музыку, Днер, пожалуйста. Музыку? Да. Да, спой что-нибудь. Не, это самое, бот. Ну, вот. Я что-нибудь такое лайтовое поставлю на фон, чтобы нас не заебывало. А сколько ман, интересно, дали? Да день, скорее всего. Ну, мы на неделю давали, я помню. Да как они заебали, я их даже не бил, блин, хули они пиздят-то. Кстати, это трансмог конченый, блин. Это эти, законодатели моды, блин. Нет, трансмог педофила. Хуйня трансмог. Нет. На деда на чего-то похож. Мы, говорит, ничего не понимаем. Посох тут говно. Посох, да. Блять, опять лагает. Викинг ты тут или нет? Викинг. Нет, никаких лагов. Флаки, не лагает. Все работает идеально. Не лагает. Не лагает. Мне лили, блядь, грузит.